Наш райцентр готов к встрече Нового года. Об этом говорит и праздничное убранство парков и скверов. Яркая разноцветная иллюминация подчеркивает приближение праздника. От увиденного на душе становится светлее и радостнее. Постарались здесь работники жилищно-коммунального хозяйства. Организации также украшают свои здания и сооружения. Например, Горгаз ежегодно удивляет своей оригинальностью, и этот год не стал исключением. Работники дорожно-ремонтно-строительного управления развесили фонарики по фасаду здания и украсили елочки на территории. Здание жилищно-коммунального хозяйства засветилось разноцветными огнями. Школы, больница, банки, магазины похорошили. Коммунальные службы оригинально украсили фонарные столбы. Развесили новогодние гирлянды-растяжки на главных улицах города. Елка расположилась на площади возле райисполкома. Своей красотой манит детишек и взрослых. Все это говорит лишь о том, что скоро Новый год. Пусть предновогодние дни подарят радостное настроение, а Новый год поможет осуществиться всем мечтам.